«Васса Железнова» или пьеса о матери была написана Максимом Горьким в 1910 году. Хотя «Мать» лишь подзаголовок первого варианта автора пьесы, режиссер ульяновского спектакля Максим Копылов сознательно меняет авторский порядок заглавий. Он ставит прежде всего пьесу о матери и только во вторую очередь говорит о личности Вассы. Ну, я хотел посвятить его и посвящаю его матерям, потому что настает в какой-то определенный момент в жизни каждой матери тот момент, когда приходится выбирать между долгом, между семьей, между какими-то своими желаниями и обязанностями. Это выбор матери, непростой. Вот каким может быть выбор ее? Спектакль посвящения. Коллектив театра также посвятил спектакль памяти народной артистки России Кларины Ивановны Шатько. Именно 8 марта, всегда на сцене, она отмечала свой день рождения. И ровно 40 лет назад тогда еще заслуженная артистка РСФСР Клара Шатько вышла на ульяновскую сцену в роли Васы Железновой. В новом спектакле главную роль исполнила заслуженная артистка России Елена Шубенкина. Характер очень сильный, целеустремленный. Жесткий, а с другой стороны, это несчастная мать, которой приходится принимать непростые решения, может быть, даже через свою какую-то боль, через наступать себе на горло, но делать так, потому что это надо, это лучше. Максим Копылов дал своему спектаклю особое жанровое определение – криминальная драма. В центре внимания оказывается судьба семьи, оставшейся без главы, и непростой путь матери, где есть место и родительской любви, и преступлению. Стильное пространство спектакля придумал и воплотил главный художник театра, заслуженный деятель искусств Украины Владимир Медведь. В спектакле задействованы заслуженный артист Украины Андрей Бориславский, Марк Щербаков, Юлия Ильина, Татьяна Денисенко, Дарья Долматова, Мария Жижела, Виталий Злобин и другие. Ирина Антонова, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.